Друзья, я хочу сказать, что вот мы дожили с вами до такого момента, когда покупаешь торт, а к нему лопатку дают. Настолько у людей ничего нету дома, или, может быть, имеется в виду, что они где-нибудь в подъезде сядут, я не знаю. Но вот дают лопатку. А торт, естественно, мы сами не покупали. Тут столько их несут, что мы уже даже... Мы за... Как это называется, когда становишься как цукат? Засахарились мы. Засахаренные. Мы уже тут засахаренные. И красивый торт. Красивый. Красивый, наверное, я вкусный торт. Я его есть не буду. Потому что я борюсь. 85 градусов Цельсия написано. Happy birthday. Ну, у нас не бёрздый, а у нас девочка, которая раньше воспитывала детей в детском саду. Теперь будет тестировать софтвер в Гугле, мобильные приложения. Вот. Какие, она еще не знает, она только в понедельник начинает. Муж ее 2 года назад закончил. Да. Он тоже в понедельник начинает новую работу в Sony. Вот он такой по автоматизации. И нам принесли 2 подарка. Один вот торт, а второй вот эта вот бутылка. Называется Романа Самбука. Самбука, друзья. Нам сказали, это ликер, видите, значит, нам сказали, вы так его не пейте, а пойдите на YouTube и посмотрите видео, как пьют самбуку. Вот она, Романа Самбука. А я-то сначала думаю, они же из Молдавии, думаю, наверное, что-то румынское принесли, знаете, Романа, вот, Самбука. Оказывается, что это итальянское, ты представляешь? Очень вкусно. Потом нам сказали. Он должен легкий, легкий. И тут какой-то Колизей, можно сказать. Романа Самбука. Друзья, те из вас, кто знает, как обращаться с самбукой, поделитесь, пожалуйста. Мы пока ее не открываем. Мы пока только тортик. Мы пока. Жанна, давай посмотрим, Жанна, что внутри. Да. Давай быстренько, а то у меня сейчас урок начинается. Ой, мамочка. Я хочу показать, как вы его едите. Слушай, он внутри какой-то прям как. С икрой. Ой, какой красивый. Красный вельвет. Это большевистский. Да. Да. Он должен быть очень мягкий вкус. Так. И не сладкий. Так, давайте. Ну что, Наташа, давай кусочек. С нашими зрителями. Друзья, для вас Наталья исполняет кусочек тортика. Давай. Оп. Скажи, вот в Питере при большевиках был такой торт? Не помню. Нет, не было. А до большевиков мы не знаем. Мы еще маленькие. Бабушка моя пекла торт вкусный. Да ты что? Какой вкусный. Еще и с клубничкой. Чудесно. Ой, Михаил Петрович, вам давай. Можно шоколад, клубника? Миш, вы будете? Так, нет, я не могу, у меня диета. Так, раз. Оп. Анютки. Ну что, как оно? Как оно, девушка? Вельвет чувствуется? Ой, вкусный. Он не сладкий. Он такой бархатный. Угу. Пропитанный, бархатный, поэтому вельвет называется. Обалденный. Чем пропитанный-то? Хоть коньячок там, что там? Да, нет. Коньячок есть. Там есть небольшой. Есть. Так, ну там давай кусочек. Друзья, мысленно с вами, значит... И ни с кем не делюсь. Жанночка, Анюта. Оп! Как же ты не делишься, за тобой наблюдает сколько людей. Он очень вкусный, очень нежный. Очень, так. Друзья, рекомендуем. 85 градусов Цельсия, это, видимо... Это название бейкери. Это бейкери так называется. Это такой чейн. Слушай, а там есть ее веб-сайт, может, какой-то? Да. На коробочке-то нет? А это... Аня. Вот она, 85 кафе. 85 градусов. Да, там. Все, друзья, вы знаете, где покупать ваш следующий торт, если есть такая возможность. Все, а я удаляюсь на онлайновый урок. И... У них вообще изумительные торты. И это же передам на словах, да, на словах нашим студентам, что если что, пусть такие торты еще приносят. Если ехать в наш...